Всем привет, с вами Антон Чес, и я наконец-то делаю то, о чем мне просили мои подписчики и зрители уже давным-давно, наверное, уже месяца два они там просят, говорят: Антон, давай, это будет отлично, это карьера в PES. Объясню, почему я раньше этого не делал, потому что, во-первых, когда даже сам для себя играю в PES, в карьеру, я редко дохожу больше, чем до полутора сезонов, потому что уже становится неинтересно, когда все игроки раскачались. Играет как, блядь, вся команда просто Криштиану Роналду одни. В атаке и, не знаю, там, Фабио Каннаваро в защите, потому что хер тебе забивают, а ты забиваешь голов по 10. Это уже неинтересно, знаете ли. Вот. Поэтому, а тем более, даже если это видео еще для съемок это делать, получается, то что надо видео выкладывать чуть ли не каждый день, это ж такой заеб. Но они мне такие уговорили, поэтому вот вам, пожалуйста, это видео со сдачмем. Конечно же, выбираем Лигу Чемпионов. Кто будет играть в этой Копа Сантандер Либертадорес? Я же не какой-то там уругваец или боливиец или еще кто-то. Я истинный армянин. Так, подтвердить, конечно же, звезда футбола. Кто играет на сложности ниже, чем максимальная в футбольный симулятор? Я вообще вас не понимаю, потому что максимальное удовольствие от игры футбольной получается только на максимальной сложности. Если это, конечно, не Россия, вперед. Так, длительность матча 10 минут. Конечно, обычно я играю 15-минутный матч, но если это записывать, это такой геморрой, это минут на 25 выйдет видео, а там еще и обрезать на ютубе. Нет, это не для меня. Денежная единица евро, конечно же. Степень активности такая обычная. Развитие включить. Классические аркины, конечно, не нужны, потому что, ну что это за чушь будет, когда в одной команде у меня будет Криштиану Роналду, например, и Марадонна. Охереть, это как в сказке какой-то, блядь. Жмем далее. Так, видим, что у нас обсуждает Зидан, предлагает нас какой-то, кому там, Зиданчик. Лучший тренер вам не найти. Конечно, не найти лучше, это же целый я. Какая страшная бабища, еще и губы накрасила, еще и рука проходит сквозь стол, или у него просто два пальца. В общем, уродина, фу. Так, вести имя, ну, я веду то имя, которое называют мне мои друзья, а конкретно подруги. Елдак. Елдак. А фамилия должна быть такая самая, что ни на есть, футбольная. Елдак Анопко. Ну, чтобы это не было плагиатом от Анопко, то пусть будет Анопкин. Елдак Анопкин. Отличное, знаете ли, имечко футбольное. Выберем национальность, потому что все же знают, что я на самом деле армянин. Ни для кого не секрет. Видим, что уже одеты мы так по-армянски чисто моделировать. Отлично. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Моделировать. Основа. Цвет кожи. Интересно. Ого. А еще чернее можно? Интересно, что вообще как уголек. Нет, нельзя. Знаете, ночь, день. Хватит сыграть с этим парнем. Выберем середнячка такого мулата. Текстура, бла-бла-бла, строение лица. Такой немножко пухловатый получается, бро. Форма челюсти. Давайте поставим такую большую челюсть, чтобы если начнется драка на в поле, чтобы мы сразу этой челюстью сломали штангу, выломали кусок штанги и разбили нос кому-нибудь. Размер скуль. Поскуластие будем, чтобы скулить поменьше. Размер щек пощекастие, чтобы раздувать наши атаки. Размер щек, размер лица. Ну, конечно же, побольше, чтобы информативнее и выразительнее мы выглядели. И расположение лица давайте поставим повыше, чтобы... Чтобы было круто, что уж тут говорить. Лобстер. Размер головы. О, вот это башка. Прям как вдаешь молодежь. Башка. Так, ну конечно, большую поставим, что мы лохи, что ли. Так, большая башка. И такая башковитый. И вместительная, чтобы вмещалось и пиво, и мозги. Идеально. Брови. Так. Вот. Грозный такой, как Сталин. О, теперь такой немножко няшный Сталин. Нет, погуще надо, погуще. Так, форма. Удивленный Сталин. Нет, давайте пониже. Вот, уставший Сталин. Так. Вот, отлично. Пока что все получается просто на ура. Глубина видео. Густота погуще поставим, погуще. И цвет поставлю настоящий цвет своих бровей. Именно вот такой. Да, отлично. Глаза. Отлично такой. Не спал 30 дней.
Так, а тут у нас получается размер глаз, не знаю, ни на что не повлияло. Опять на что не повлияло или... Да, вот это отлично. Так, во! Немножко сонный. Ну, конечно же, все тренера, они занимают... Знаете, в таких мешках картошку хранить. Я имею в виду мешки под глазами. Не, ну все-таки поэкономнее поставим. Вот это отлично. Такой хитрый прищур. Соловей-разбойник ты наше расположение. Лицо похоже на кашу-малашу размер. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чушь полная. Глубины. Так, размер глазенок. Так, положение яблока. Знаете, положение яблока сейчас очень хорошо, потому что все покупают Apple. Какая шутка, да? Так, вот, теперь вообще яблок не видно, как и у меня на телефоне. У меня там Nokia. Похуй. Так, уши должны быть большие, чтобы слышать, что говорят наши соперники. Так, отлично. Нос тоже должен быть большим, чтобы вынюхивать их секреты. Так, и пониже, чтобы... Ну, что я хер знает, зачем пониже. Так, переносится побольше, тоже побольше. Так, отлично. I'm falling to place. Так, напеваю песенку из фифушки старый рот. Рот, ну, это уже какая-то хуета, уже не нужна челюсть, это уже так. Никому это не надо так. Бороду поставим по бородате, чтобы у нас был как Джонни Бородач пират. Цвет бороды пусть будет настоящий цвет, как у меня, зеленый. Я за мир во всем мире, за землю. Усы, борода, ба-ба-ба. Так, отлично. Какой красавец получился такой, знаете ли. Азиш протестует против убийц животных и всего зеленого на земле, вступает в Гринпис. Отлично. Так, причесон. Так, прическа, конечно, поставим. Вот, отлично. И вот я подобрал еще давно, идеально подходит мне. Вот такой причесон. Смотрите, такой. Отлично, смотрите. Просто немножко похож на судью, мне кажется, нет? Или я болван просто. Так, цвет волос. Цвет волос. Поставлю на ста... Оп, нет, это не то. Вот. На самом деле у меня вот такого цвета волосы. Вот такого, да. Нет, вот даже вот такого. Смотрите. Зато заметно. Зато заметно. Так. Далее. Так, выбираем клубный состав. Оригинальный. Такая пижня, это еще кто это играет? Это же неинтересно. Выберем. А, поясню свой выбор лиги. Я выбрал, конечно же, лигу АПЛ. Многие часто спорят, что, типа, что сильнее, Ла Лига или АПЛ? И утверждают, типа, Ла Лига сильнее, потому что клубы АПЛ слетели в этой лиге чемпионов в 1/8, а вот Ла Лига дошла до полуфинала, да, тем более еще и символическая сборная мира состоит из игроков Ла Лиги. Но я вам так скажу, что возможно, лидеры Ла Лиги сильнее лидеров АПЛ. Возможно, я не утверждаю, но можно такое допустить. Но, в целом, сама АПЛ сильнее Ла Лиги в сумме по клубам. Потому что даже тот же Уиган, вылетевший из АПЛ, выиграл Кубок Англии. Охереть. Так вот, а теперь скажу пару слов по поводу выбора команды. Я бы мог выбрать, конечно, какой-нибудь топовый клуб, у которого много болельщиков, например, Арсенал, Челси, там, Ливерпуль, даже тот же Ман-Сити или МЮ. И это вызвало бы какой-нибудь срач в комментариях и по отношению ко мне говорили бы, типа, а что ты выбрал МЮ, а не выбрал Челси? Я люблю Челси, поэтому, чтобы таких вопросов не было, я выбрал Квинкс Пар Рейнджерс, тем более мне его многие советовали, тем более говорили, типа, там, неплохой составчик, и тем более я сам играл за них еще в 2008 FIFA. Привет, Зидан. Ты полысел с нашей последней встречи. Не трогает страшную бабу, правильно? Он ее не трогает, видите? Он держится на расстоянии от нее. Надеюсь, скоро я порадую вас с новыми новостями. Надеюсь, ты... Ну ладно, не буду говорить таких страшных вещей. Так. Видим, что у нас есть тренер Ебало Тургенев, Ебатрон Царский и, собственно, нового создаем. Так. Такульки. О, эта баба намного симпатичнее, господин Елдак Анопкин, который смотрит порнуху на рабочем месте. Пришло время поболтать с прессой. Ну давайте поболтаем с прессой. Не фотографируйте меня! А если фотографируете, то потом скидывайте мне ВКонтакте. И как главный тренер команды Queens Power Rangers я получил задачу обеспечить клубу успех. Ну, конечно же, с такой прической. Хотя баба, конечно, такая кривая, пиздец. Почему баба все решает? Я что, в локомотиве, что ли? Та сразу бы... Какая же ты страшная. По-моему, у нее даже усы там прорезаются. Усатые бабы — это самое мерзкое.
Он даже большой палец не может нормально показать. Думаю, вы очень хорошо себя показали, елда конопки. Конечно, отлично себя показали, просто, просто красавчик. Так, нам предлагают товарищеский матч с Шахтером. Мы не будем проводить товарищеский матч. Так, ребята, сейчас, короче, картошку будем сажать вот там вот. А вот тут вот сажаем свеклу в три ряда. Понятно, тренер? Ну давайте, хватит эту хуйню смотреть. Так, бла-бла-бла. Зачем? Что нужно делать с бутсами? Вот же, блядь, вопрос. Что делать с бутсами, блядь? В нос засовывать, в жопу себе пихать. Так, давайте сразу познакомимся с составом и закончим на этом первую серию. Так, со список команды. У нас здесь отличный вратарь. Видим, что в целом по уровню игроков. Тут есть и именитые игроки, такие как Райт Филлипс, Джулио Сезар, Базинго, Сисе, Пак Джисун, Фабио. То есть состав очень приятный у команды. Какой огромный Бобби Заморо и лысый. Вот. Так что я думаю, что у меня с ними все получится. На этом я заканчиваю свою первую серию, пока мои парни разминаются. Подписывайтесь на канал, вы видите ссылку на него в правом верхнем углу, там такой аватарчик моего канала, там будет даже переходить на канал, не надо, то есть даже наводите курсор на аватарку канала, рядом появляется надпись «Подписаться», жмете «Подписаться», также в описании к видео вы видите ссылку на мою группу, вступайте туда, смотрите другие видео, всем удачи, всем пока, ждите второй серии, короче.